Здравствуйте, дорогие друзья! YouTube-канал Павла Лысенкова и группа ВКонтакте «Хоккейная империя» приглашают вас в Череповец на заключительный домашний матч 2018 года для местной «Северстали». Сегодня состоится возвращение номер 2 для Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого в Череповец в форме московского «Динамо». Первые две встречи выиграли московские «Динамовцы» также 1-2 и 1-3 соответственно. Вот посмотрим, удастся ли в последний день года 2016 для «Северстали» домашний порадовать свою родную публику. Ну и посмотрим, как они вообще проведут этот самый последний день 2018 года. Какие интересные истории они приготовят для болельщиков. Смотри, забери,
ударный первый период, неудачный второй. Что случилось, чего не хватило? Да, начали удаляться там. Получили удаление 3-5. Предупреждали то, что Динамо хороший исполнитель. Нас накажут, нас наказали. Вот, вроде в игру выровняли. Чуть-чуть не хватило там победы. Были моменты забили. Третье, ну, выровняли игру, чего все-таки не хватило, мастерства или хладнокровия, чтобы дожать, потому что после, особенно третьей шайбы, в Северстале было много моментов. Да, надо чуть поувереннее к моментам относиться, поспокойнее, я думаю. Показалось, что в этой, ну, в предыдущей игре защитники бросают, но мало бросают именно сходу, стараются обработать шайбу. Это, опять же, вопрос, скажем так, мастерства или уверенности в себе, ответственности за бросок? Да не знаю, тоже просто так бросать сразу. Мы где-то пытаемся шайбочку в зоне подержать, чтобы соперника поднагрузить, подольше поиграть в чужой зоне, и уже наверняка чтобы использовать свой момент. Хоть и неудачная игра, но сейчас выходные, праздник. С какими в целом эмоциями команда уходит? Да, ничего страшного, я думаю, обидно, конечно, такую группу проиграть. Я считаю, мы классно играли сегодня, вот, и болельщикам понравилось, много голов, вот, и все, не знаю, сейчас отдохнем, я думаю, с следующего года все будет хорошо. Первое слово Костян. Ну и все, чушь, на три матча. Ну, я скажу, что мы, наверное, или переспали, или не доспали, не знаю, но, скорее всего, переспали, конечно, первый период мы проиграли полностью. И в движении, и по моментам, и вообще по всему, да. Хорошо, что во втором периоде у нас есть, или у нас, наверное, побольше мастеров, скажем, таких, как Трубачев у вас, да. Они использовали те моменты, которые были, сравнялись сначала, да, потом вышли вперед. Хотя моментов у противника было достаточно, да, мы так скажем, нам... Все-таки они большие мастера и использовали то, что создали. Да. Ну, молодцы ребята, что не остановились, не сложили руки при счете 3-3. Забили потом еще четвертый гол. Хотя играли мы сегодня, конечно, очень тяжело. У нас это шестая победа подряд. Плюс эти мы были, до этого были на Дальнем Востоке, только оттуда приехали сразу. Нас в эту поездку закинули, да, поэтому тяжело, и, в общем-то, молодцы ребята, что сумели, в общем-то, выстоять, выдержать и победили. Все. Спасибо, Владимирович. Ну, поздравляю «Динамо» с победой. Хочется всех поздравить с наступающим Новым годом. Была последняя домашняя игра в этом уходящем году. Хотелось, конечно, болельщиков порадовать победой. Вот. Но я думаю, что все-таки мы их немножко порадовали хорошей игрой. Самоотдача была хорошая. В зоне нападения хорошо двигались. Но, к сожалению, соперник нас здорово наказал за наши ошибки. Включая даже этот гол 3-5. Сами себе привезли эти удаления в чужой зоне, выкидыш этот. Поэтому согласен с коллегой, что такие мастера не прощают такие ошибки, такой расхлябанности. Череповец. Тем более. Спасибо. Ну что, друзья, подошел к концу матч «Динамо» «Северсталь». Игра по технике, по каким-то таким моментам чисто хоккейным, может, была не лучше, но с точки зрения атмосферы, с точки зрения эмоций, это, конечно, было очень-очень круто. И страшно представить, что если вдруг действительно «Северсталь» покинет континентальную хоккейную лигу, вот такую атмосферу мы больше не увидим. Она, еще раз повторюсь, была сегодня реально очень-очень крутой. Болельщики молодцы, болельщики зажигали все 60 минут. К сожалению, «Северсталь» чуть-чуть не хватило для победы, к сожалению, естественно, для болельщиков. Но матч получился реально огонь, попросту говоря. Спасибо всем огромное за внимание, всех с наступающим Новым годом. Услышимся, всем пока. Работаем, да? Первый вопрос, что сейчас домой уже? Это вопрос? Да нет, я шучу.